Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Call of Duty Black Ops 3 часть. У нас тут наш товарищ уже какую серию сидит и пырится в одну и ту же картинку с умным видом, двигая пальцами. Интересно, он когда-нибудь их куда-нибудь там сдвинет, не знаю, что-то сделает? Причем сидит в таком сраче, он, видимо, тут живет. Ну, хотя, в принципе, не мудрено. Вот один человек там полезным делом занимается. Хотя тут такой сральник... Я даже не знаю, откуда они там из какого-то свинарника сюда пришли. Этот чувачок, который чинил прошлую серию системник, ушел чинить чемоданы. Кто это? Сервера какие-то, хрен знает. Ну, сидит, тупит, также что-то с умным видом тыкает. Да не оглядывайся, тыкай, тыкай дальше что-то. И переживай, все хорошо. Ладно. Я думаю, что нам предстоит отправиться в следующую миссию. Оставить этих бездельников здесь. Погнали! Кстати, я тут между серией натыкал себе. Ой, я, по-моему, забыл посмотреть там, какое у нас ядро. Вроде бы правильное. Ладно, если что, поменяем. Я не верю. Их подставили. Короче, там, типа калашника. Запись подделка. Без вариантов. Если бы ты был прав. Но все куда хуже, чем убийство на станции. Кейн, расскажи ему все. Утечка информации расходится как рак. Ставят под угрозу операции Союза в мире. Они знают наши слабые места и стягивают войска в нестабильные регионы. Это факт. Тейлор сдал нас. Мы пойдем по следам последней известной операции. Тревоги, сработавшей под станцией Единства. Может, что-нибудь поможет нам понять их мотивы? Не забываем про бессмертных. Это что за подруги? Мы убили одного и покалечили другую. Да они вы будут идиоты. Мстить. Надо было валить как бы вторую. Который без руки. Так, эпицентр, давно по... Эпицентр, корпорация Единства, Сингапур. День 2. Сколько всего будет дней? Команда Тейлора приняла сигнал тревоги. Не говорите, что как... С глубины как, на полтора километра ниже здания Единства. Ну и как в фильме про девочку. Я прошерстила доступные данные и схемы. 7 дней. Чем бы это ни было, этого нет на картах. Чем бы это ни было, блин. Это дырка в земле. Или отверстие. Многое пострадало во время катастрофы. Лучше попробовать спуститься через центральную шахту. Спасибо, Кейн. Правда. Значит, мы пойдем по следам Тейлора. Посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь ответы. Смотритель фиксирует многочисленные сигналы сверху. Б-54. Скорее всего, они уже внутри. Так и есть. Мы только что видели прибытие подкрепления. Вряд ли получится сделать все тихо. Несколько путей подхода. Ну, то, что тихо не получится, это 100%. Так, это что-то типа калаша. А какой-то АН или А-44 какой-то. Не помню. Фиг. Ну, у него вроде урона побольше, там, туда-сюда. Так, как там эта хрень включается? 5, 3. А чё она отключается? Зачем? Почему? Есть варианты какие-то, что ли? Зачем вот отключать вот этот тактический режим? Не понимаю. Ядра у меня нормальные. Не знаю, пока что брать какие-то ядра, кроме вот этих вот печков и сгорания, смысла... Жду твоего выстрела. Где? У выстрела. Я хочу. Так, я его вижу или я его не вижу?
Ладно. Как так получилось? Дай. Хорош двигать глаз. Ну, кстати, неплохо. Только вот я не понимаю, как они поняли, ну, что типа на них нападают, я так и не понял. Очередную партию отправим. Капец, я надеюсь, ее там урубить не могут. Блин, вот мне бы вместо пистолета оптику какую-нибудь. Ну, в смысле, снайпер. Так, отбегался, да? Так, я думаю, вы найдете цель. Такое. 5 оружия. Ой, я теперь оружие могу брать. Так, кто сюда бежит? Прям глаза видел, сюда кто-то бежал. Подожди. F взять. Ублюдки наступают, приготовиться! Ни хрена не понял. Видишь? А, то есть я могу. Ладно, стой, стой. Враги прямо по курсу! Закрепиться! А, я то есть 3 оружия могу носить. Давай нет, не истерикуй. Вот там вижу что-то. Взять можно. Так куда ты побежала? Что взять можно, стой. Видел что-то? Кстати, тут патронов до дури. Так, еще один отбегался. В принципе, мне нравится. Учитывая, что он прям... Прям половче. Да чтоб тебя, где ты там? Достанете? Ладно, а почему он не перезаряжает этих вот жучков-паучков моих? Металлолом. Как она функционирует? Активная защита АОП отражает атаки. Используйте прицельный огонь, чтобы вывести ее из строя и добейте АОП из РПГ. Повредите активную защиту АОП, чтобы отключить оборону. Да чё на чё? Да тихо, 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 тихо. Повреди защитную систему! Уже почти! Как это работает? Активная защита выключена.
выключена. Стреляйте из РПГ, пока она не включилась. Продолжайте долбить защиту ружейным огнем. Почему нельзя раздолбать ее не из оружейного огня? Продолжайте долбить активную защиту. Уже недолго осталось. Говнище. Мне не понравилось. Не впечатлен. Ну, во-первых, тупая. Во-вторых, как бы у него нет вариантов. Не могу сказать, что я прям типа это разочарован. Подключитесь к панели. Взлом должен открыть проход. Какая странная херня. Эй, пойдем. Иди, иди, я сейчас догоню. Вообще могли бы бегать быстрее на самом деле. Может, вот там, киборг. Скучать некогда, а? О да, сегодняшний день полон сюрпризов. Что-то подозрительно. Подозрительно тихо. Сука. Не ссы, это все, что осталось от исчезнувшего кода. Не знаю, не знаю. На стойке. И ничего нет полезного. Прикольно. Интерактивное окружение. Подключаюсь ко входу в шахту. Прикрой меня. Стоило ли? Эти тела здесь уже давно. Я бы не стал. Должно быть перед атакой на черную станцию. Утверждать. Хендрикс, это работа Тейлора. Свеженькие. Возможно. Прицельный в голову. Но честно, тебе стоит знать, насколько это тупой вопрос. Это работа Тейлора. ЦРУ отправила их сюда, потому что эти отморозки здесь ошивались. Эй. А чё вдруг? Ничего, Кейн. Просто плохое настроение. Иди с ними. Засекла источник энергии. Вероятно, небольшое устройство. Вы ж можете с ним связываться. Ну, с Тейлором. Источник. Понял. Загружаю данные. Отстал уж. Что-нибудь полезное? Мародеры сюда не сами забрались. Их направили войска договора. Зачем ты броню снимаешь? Активирую дрон-разведчик. Сообщение получено и принято, Хендрикс. Посылаю координаты дрона на твой интерфейс. Ой, я не хочу дроном летать. Не хочу. Что? Зачем? А сами не могли догадаться, эй, что вот сюда? Знаешь, что бывает, если долго всматриваться в бездну? Ну, пойдем. Расскажи. Прижмись к краю. Там далеко спускаться. Я поведу. Странно, чё ж не поумничал-то, что случится? Бездна начнет всматриваться в тебя. Ба-бам. Ты до сих пор думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, чтобы он был на такое способен. Тем более убить их так. Может, он уже не тот, кем был раньше. Он вполне себе там разносил людей. Пусть так. Но что насчет Холма, Ретти и Дезу? Как они могли на такое согласиться? Мы докопаемся до правды. Любым способом. Какой-то ништяк. Или мы, к примеру, не на той стороне воюем, не в ту сторону. Так, ты куда рванул? Где ты? И, блин, я потерял.
хоть бы рукой махал, куда бежишь, а то что-то. Да. Черт, сраные Б-54 уже впереди нас. Как ну, ты думаешь? Как это думаю, херня, нам стоит представиться. Да. Как бегать? На пробел, по-моему, был. Саны ёж. Так. Бегать, по-моему, был. Да. Как бегать-то? Я уж реально забыл, как бегать. Или он только тут повыпендриваться решил. Фу-фу. Типа по стелсу. Первый идет? Выстрел твой. Иди. Ты бы вот прикрыл бы. А дрон как бы не хочет ничего сделать. Ой, что-то не совсем то. Ходите там по это, походьтесь. Блин, дрон, хорош мне пугать. Так, блин, это... Чкову тут ходить. Еще ты тут летаешь, блин. Ты тут наводишь. Так, ребятушки, патроны тут. А, у меня полные. Кейн, ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Закончить это все, пока не стало еще хуже. У меня, конечно, есть такая мысль. Прям прыгать. О. Серьезно. Как? Стоп. Ну уж пробел. Не. Ctrl и C. Как ты, мать твою? Там же, по-моему, просто прыгаешь, и оно типа бежит. Смотри под ноги. Это тебе не паркет. Тут вам нужно не под ноги смотреть. Просто если вдруг где-то будет не, без вариантов не пролезть, кроме как вот так вот прыгать, я думаю, что у меня будут некоторые проблемы. Ну да ладно, будут проблемы, будем решать. Чё? Кейн? Свободу попугаем? Почему роботы так себя ведут? Может, скачок напряжения? Сильный скачок напряжения! Хорошо, стекла хорошие. Дверь на мне! Иди вниз на позицию! А чё началось-то? Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами. Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. Охрененная веревочка. Почему не запустить вот этого дрончика, чтобы он тут полетал там туда-сюда? Разведдрон показывает, что они прошли здесь. Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Тут же наверняка есть какие-нибудь вентиляции. Ого! Какого хрена? Ого! Ого! Хендрикс, они целятся в тебя!
Спрашиваем, или они у нас спрашивают? Все чисто. Что за хрень контролирует этих роботов? Я не знаю. Я выполняю триангуляцию источника, но пока без результатов. Я продолжу искать. Что контролирует роботов? Искусственный интеллект, человек, который там добрался до панельки управления. Ладно, тогда засылаю разведдрон. Да. Посмотрим, что в этой кроличьей норе. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. Понял, Кейн. Как это сделать? Единичка. Подожди. Допустим. Точно вот так вот прыгать надо? Давай поднажмем. Дрон-разведчик не будет нас дожидаться. А что, он как бы не нам подчиняется? Вот так? А если я вниз прыгну? Кейн, нам не поступают данные. Проблема на твоей стороне? Отрицательно. Детальный план заканчивается на уровне шахты. Без дрона мы слепы. Сраные технологии. А почему дрон улетел? Идите без дальше. Нас? GPS-координаты показывают, что сигнализация перед вами. Как бы нахера как бы вам дрон, который от вас типа сам по себе гуляет? Да? Там что-то орёт. Когда что-то орёт, это как бы ничем хорошим заканчивается. Кейн, мы нашли дрона-разведчика. Ну, то, что от него осталось. Паш, нехрен летать без нас. Так, восполнение. Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Это? Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Эспакорус. Если это дерьмо тут было во время катастрофы... Никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Так, ты что толкаешься? Следы ведут сюда. Подожди сюда, а тут что? И ничего. Так, странно, почему ничего нет? Что тут происходит, Кейн? Какой-то ссаный еж произошел. Какого хрена? Я, пожалуй. Слушай, как знал? Подожди, а это те, которые с отстрелянными мошками? Прикольно. То есть я им мошки отстрелил, а они побежали. Все равно. Не, вы видели? То есть я в виде профилактики подстреливал им башни, а они побежали все равно. Сраные скрипты. Так, а где мой дружаня? Вообще мне не нравится такая история, когда... Я предварительно кого-то стрелил,
А оно оживает вне зависимости от, скажем так, моих желаний. Так, ладно. Одец. Валю. Началось-то, а? Зона чиста. Будь начеку. Неизвестно, что еще прячется в темноте. Что творится с этими роботами, Кейт? Не встречала робота, который так себя ведет. Они на это не запрограммированы. Что-то изменило их параметры. Расценивайте их как врагов. Да что ты говоришь? Я же даже не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Я, можно сказать, что догадался, что они нам не друзья. Окей. Если верить GPS, источник сигнала должен быть там. Да что ты, блин, говоришь? Так. Что-то у меня там опять... Прицел попался, по-моему, красно. Мне показалось. Взломай пульт. Нам лицо тут не взломают. Не хочешь поспешить? Нам нужно попасть туда. Нет, таймера нет. Значит, я не хочу. Это что такое? Вот же... Хендрикс, проверь другие консоли. Возможно, я смогу вытянуть что-то с дисков. Это что за капсула гибернации? Кейн. Ты в деле? Откуда это взялось? Испытания ПНИ на людях в то время не проводились. Ой, да ладно. Официально точно. Не думаю, что это добровольцы. Они подключены к центральному серверу. Они типа еще живы? Так, ну вон там я смотрю, типа живой. Дзяйсюн? Разве он не был примером для нас всех? Бессмыслица какая-то. Если он мертв, тогда почему мы находим толпу мертвых ЦРУшников, убитых в его стиле? Минутку, Кейн. ЦРУ посылает нас сюда. Я не помню, кто такой Дзяо Сун. Цель неизвестна. И мы выходим на следы операции ЦРУ? Ха. Какой смысл? Хендрикс? Ты о чем? Пока не знаю. Просто будь настороже. Ты, может быть, все-таки рассказал бы как-то до конца свои соображения? Все в порядке, Хендрикс? Да, Кейн, мы в порядке. Окей. Чё-то вижу сетевую активность в серверной, двумя этажами ниже. Эй! Вряд ли совпадение. Выдвигаемся. Так, подожди. На всякий случай. Мало ли. Какое? Это коллекционная хренобора. Но коллекционная, так полагаю, наверное, оно ни на что не влияет чисто. Впереди нет света. Включите электровидение. Так, понял. Причем это не электровидение, это говновидение. Датчики показывают радиацию. Двигайтесь медленно. Она может вызвать сбои оптики основных систем. Тут вполне себе светло. Вроде бы. Давай помоги. Может быть, откроем эту дверь. Чё? Что делать-то? А, надо было встать в правильную
точку М. Ты открыл дверь, Хендрикс? Я этого не делал. И? У нас тут еще испытуемые. Какое-то говно. А теперь кто? Они в воде! Так. Ладно, хорошо, что с одной стороны идут. А эта херня не работает наша, не? Тактическая, хроническая. Типа радиация туда-сюда. Джонни, они на деревьях. В нашем случае не совсем на деревьях. Так, чё-чё-чё. Тоже не работает. Тихо. Верни на родину. Там кто-то есть или мне кажется? Сраные терминаторы. Ась. Да сколько у вас тут еще, блин? Не, ну интерактив типа один раз интересный, но 2, 5, 10. Ну уже скучно становится. Ну, типа, как бы, ну да, вылазит из воды. Да. Не сказать, что, типа, стрёмно, ну, подбешивает уже. Кто нас тут так это замечательно проводит, учитывая, что это не мы. Патрончики. Кейн, оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе энергии впереди. Массивное. Массивное — это что-то нехорошее. Так, а. Мы можем такую херню включить. Тут почему-то вот эта херобура желтая. Почему? Здесь много роботов, Кейн. Тише, не торопись. Кейн, я отделился от остальных. Похоже, серверная впереди. Жопой чую засаду. Нет, не могу. Убирайся оттуда! Там есть выход прямо впереди! Чё, где? Да. Так, ладно. Кейн, оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе энергии впереди. Так, я понял, там куда-то надо просто струячить и не умничать. Здесь много роботов, Кейн. Тише, не торопись. Кейн, я отделился от остальных. Похоже, серверная впереди. Убирайся оттуда! Там есть выход прямо впереди!
Это место начинает походить на полигон для испытания оружия, а не на биолабораторию. Нет. Никто так и не смог определить, что за химикаты были выпущены во время катастрофы. Только мне кажется, что кто-то пытается что-то скрыть. Так, сколько у вас? Много у вас тут еще? Так, я куда-то не туда забежал, что ли? Так, ладно. Не туда. Видимо, все, да? А вот сразу так открыть мне нельзя было. Слышите? Не надо этого делать. У нас руки в крови по локоть, нам ее не смыть. Вы меня знаете. Я прошу вас развернуться. Уходите. Кейн, у меня Диас пробивается по закрытому каналу. Тейлор прав. Мы должны показать миру правду. О, нет. Он подключен к серверам. Его ПНИ работает как канал для всех данных, которые там хранятся. Он управлял роботами, контролируя их коллективный разум. Он перегрузит свой мозг. Послушайте, мы должны остановить его. Мы должны прекратить это. Прямо сейчас он грузит все данные прямо на серверы наших врагов. Мы должны с этим разобраться. Так, короче, какой-то босс-файт, да? Диас, ты должен остановиться. Что бы ни случилось с тобой и другими, остановись! И он... Я лучше умру за правду. Единственный способ отключить его от сервера – это уничтожить реактор над ним. Кейн, я сейчас над серверной в командном центре. Подключись к основной системе. Если поддерживать прямую связь через свой ПНИ, я смогу определить уязвимость реактора. Как скажешь, дорогая. Есть. Цельтесь в стержне охлаждения вокруг Диаза. Это откроет доступ к реактору. И когда он откроется, поднимайся и бросай гранату внутрь. Первая градирня на виду. Слушай только мой голос. Чё? Расслабь свой нас. Прицельный огонь! Разрушьте градирню! Отпусти свои мысли. Сейчас я вначале разрушу вот этих ребят. Потом будем решать вопросы. Да подожди. Или они будут идти? Постоянно. А тут патроны есть. Мы порешаем вопросы вот с этими ребятами. Ну, будем уже. Они бесконечные. Так, ладно, пойду радирню, или как ее там выводить из строя. Первая градирня накрылась. Реактор открыт.
Вектор. Эй. Тебе нужно подобраться ближе. Нужно поместить взрывчатку прямо в отверстие. Подожди. Понятно. Граната взорвалась! Кейт, это сработало? Сработало! Центральный реактор 66%! А где тут? Подожди, тут где-то... Открываю вторую градирню! Торопись, Кейт! Нас прессуют как кишку! Да ёб твою. Тут начнем. Открываю вторую градирню. Поторопись, Кейт! Нас прессуют как кишку! Можешь, не? Вокруг деревья. Какие высокие, что достанет до неба. Да куда ты там полез, блин, господи. А эту херню... Успешная детонация! Кейт, подтверждаем! Как-то просто... Центральный реактор, 33%! Еще одна! Просто нельзя как-то это все разнести? Открываю третью градирню. Открываешь. Эй, у меня тут по стенам ползут роботы. Они пытаются пробраться сюда. Нужна помощь. Так. Там что-то могут придумать? Или они там не могут придумать? Третья градирня открыта. Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже? Тебе не холодно? Вырубите третью градирню! Быстро! Тепло твоего бьющего системы! Слышишь? Эй! Где гребаная градирня-то? Открываю третью градирню. Опять поторопился. Ладно. Вот все-таки бутырков перестрелять, а потом уже
заниматься всяким. Эй, у меня тут пакетов ползут роботы! Они пытаются пробраться сюда! Нужна помощь! Так. И они ничего... Короче говоря, эй, что вам там это? Третья градир не открыта. Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже? Тебе не холодно? Вырубите третью градирню, быстро! Да-да-да. Холоду не одолеть, тепло с грибов дышащий. Слышишь? Слышишь? Как оно замедляется. Это ты замедляешь его. Давай. Ты управляешь реальностью. Тихо. А, ее надо уничтожить, господи. Третья градирня готова. Уберитесь вверх и разрушьте реактор. Лучше бы оно его не убило, Кейн. У нас вряд ли есть выбор, Хендрикс. Да сука. Открываю третью градирню. Да вы издеваетесь. Короче, слушать этих утырков и торопиться куда-то вообще нахер не надо. Тоже было бы неплохо, если меня бы по этому подсобили бы. А то... Да ёпта. Тебе не холодно. Вырубите третью градирню. Третья градирня готова. Заберитесь вверх и разрушьте реактор. Лучше бы оно его не убило, Кейн. Слышишь? У нас вряд ли есть выбор, Хендрикс. Слышишь? Ты замедляешь его. Это ты замедляешь его. Ты управляешь реальностью. Такой. Бросай гранату! Мы должны остановить загрузку! Идите нахер. Завали. Вот. Теперь мы взорвем чертов реактор. Нас слушать, блин. Только себе геморрой на заводицу придумывать.
Да. Минус реактор. Мы не можем потерять его, Хендрикс. Подключись и вытащи все данные, какие сможешь, из его ПНИ. Ты знаешь, это поджарит его мозг. Знаю. Ты не понимаешь. Это кто-то, кого я знаю. Кто-то, с кем я сражался. И чё? Он предатель. Он не может умереть так. Мне жаль. Так надо, Хендрикс. Я его вижу. А вот и видишь. Зимний лес. Какой зимний лес? А, черт! А теперь и у нас кукуха поплыла. Кейн, ты понимаешь? Что? Что ты видел, Хендрикс? Ты что-то понял? Хендрикс! Так, Хендрикс тоже кукухой поплыл. Тейлор ищет двух выживших в катастрофе единства. Он же покинул Сингапур. Как он раздобыл транспорт? Предав свою страну, заводишь новых друзей. Черт! Враг наступает сверху! Да ёб вашу за ногу. Это бессмертные! Ой, вы издеваетесь. Да это глаза, да и бабёнка. Чё нам её бояться? Они там внизу? Те, кто убил моего брата? Да, да. Мои люди входят. Получили ли мы расположение убежищ ЦРУ? Да, госпожа. Затопите. Мои люди еще там. Сорвите сейчас же! Что за приничка? Так. А мы что как? Мы успели убежать? Что сейчас было? Кажется, новые друзья Тейлор. Взрывы по всему сооружению! Вам нужно уходить немедленно! Слышишь ее? Сваливаем отсюда! Смотритель показывает, что на поверхности солдаты 54 бессмертных. Они взрывают чертово здание, чтобы утопить вас. Давай вперед! Все никто сейчас отвалится! Пробегай! У нас мало времени! Да не останавливаюсь. Эй! Ты двигай, мать твою! Да таймера нету, угомонись. Чё это суетя? Начинай искать этих выживших. Нам надо понять, кого именно ищет Тейлор. Сканирую файл, который передал Хендрикс. Должна найти через пару минут. Мы идем дальше, Кейн, или что? Надеюсь, у тебя есть план, потому что мы вот-вот утонем! Хорошо, я проведу вас. Откройте эту дверь и затопите лабораторию. Где? Ты с ума сошла? Нет, это может сработать. В ваших легких более чем достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Кейн. По-моему, план говно. Как считаете? Черт, ее заклинило! Переключу систему управления. Прикрой. Да, господи. Ну? Еще пару секунд. Чтобы. Патрон так могут кончиться. Помоги мне! Давай, надо сваливать! Сам ешь.
отметка на твоем интерфейсе, Хендрикс. Вынесите дверь. Давление воды вытолкнет вас к шахте. За мной! Как только я выбью дверь, давление выдернет нас отсюда. Ну... Так, ты где? Ёб твою. Что, блин, за мутки? Ай. Блин, а у нас легкие, ничего так такие. Хорошо, будь у меня на хвосте, мы еще не выбрались. Внимание, вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Избавься от этих зарядов. Единственный путь через них. Мост падает. Убирайся оттуда. Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. Так. Хватай! Кого хватай? Ты уже выплыл? Серьезно? В конце концов. Хрена себе у тебя ствол. Я такой же хочу. Ты как? Норме. Кейн? Кейн? Хреново. Что? Диас выдал информацию обо всех убежищах ЦРУ в мире, включая и это. Смотритель подтверждает. Бессмертные на пути сюда. Нам их не остановить. Да почему не остановить? Вон из Сингапура. Давайте, держись, Кейн. Давайте мы идем за тобой. Стреляем всех. Получается, что у нас Тейлор все-таки решил предать. Ну, или не предать, или мы нехорошие, или Тейлор что-то там выдумал себе. Может быть, не знаю, подхватил, подключался ко всяким USB-шкам непроверенным. Или USB-шки себе совал в голову. И какое-нибудь говно себе свой ПНИ занес. Такое тоже может быть. Вполне себе. Но это все дофига непонятно. Неизвестно. Но я думаю, что заниматься разбирательством, что к чему, куда и как, мы будем в следующей серии. А в этой серии... Ну, давайте... Да. Да? Это не обсуждается. Ты знаешь, они хотят, чтобы мы за ней пришли. Хотят, чтобы мы увидели последствия наших действий. А это... Действия-то не наши, Хендрикс. Чтобы они не сделали, это их вина. А это самолет? И что это? Можно самолет. Как я уже говорил, пока больше никаких... Или не самолет? Ну, не знаю, непонятно. Если они все узнали, то они же наверняка знают опознавательный знак самолета и доступ к нему имеют. Ну, пока непонятно, но что-то меня терзает смутное сомнение. Мне кажется, Тейлор не до конца брах. Может быть, до конца, хрен бы знать. Ладно, разбираться будем в следующей серии. В этой серии я вам скажу. До свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.